Выставка керамических икон открылась в просветительском центре Нижнего Новгорода. Авторы экспозиции – нижегородские художники Татьяна и Валерий Гришины. По благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия они приступили к работе по благоукрашению Свято-Никольского собора города. Мастера создадут две пятиметровых внешних иконы святого Серафима Саровского и князя Георгия, основателя Нижнего Новгорода, рассказывают наши коллеги из телекомпании «Образ». Свято-Никольский просветительский центр начал 2013 год чередой художественных выставок. Одна из них – «Небесное и земное» в керамике Татьяны и Валерия Гришиных. Она представляет творчество известных нижегородских художников, которые украсили монументальными иконами многие храмы города и области. Керамика, вот, она рассчитана на архитектуру, на фасад, потому что там вот влияет солнце, небо, вот это вот все бликует, и в гармонии получается такая вот симфония, сказка. Глазури, вот, которыми расписаны иконы, они как бы светятся изнутри. Эти работы побывали уже не на одной выставке. Была знаковая экспозиция в музее Нового Иерусалима и большой юбилейный вернисаж в Нижегородском выставочном комплексе. Но и Никольский центр, несмотря на скромный интерьер, место особое. Недавно здесь открылся клуб любителей православного искусства «Ракурс». Его участники пытаются оценить религиозное творчество с разных точек зрения. Здесь люди смотрят, созерцают не только красоту искусства, а они смотрят еще то, что называется духовным зрением, и видят, уже ощущают веяние святыни. Дух благодати Божией, который руководил этими художниками, он явно содержится и явно излучается. Мне кажется, так характерно для этих людей, что они именно пришли к вере, пришли к Богу, и свою творческую деятельность они посвятили вот этой вере Господу и православию. Низко вам покланяться, поблагодарить, что вы вот этот праздник все вместе, вот мы вместе вкупе отмечаем. Валерий и Татьяна мечтают поработать над иконами для Никольского собора. Эскизы уже готовы. Работу благословил владыка Георгий. Если все сложится, то один из самых больших храмов города украсит пятиметровые образы Серафима Саровского и князя Георгия, основателя Нижнего Новгорода. Пока же все желающие могут полюбоваться на золотые и небесные глазури на выставке в просветительском центре.